Всем здорово, ребят, с вами Смурфик. Сегодня мы будем снимать влог, как у нас проходит день. Сейчас мы идем в школу, сейчас время у нас 7:55. И сегодня мы снимаем влог. Вы увидите, как у меня проходит день. И сегодня мы идем... Сегодня вы увидите, как мы идем куда-то в шараку какую-то с классом. Нас заставляет туда идти. В общем, все увидите. Сейчас мы, короче, в школе, тут вообще полное говно. Меня Дарина укусила, и я продолжаю снимать влог. Сегодня мы весь день проходим у нас в кабинете, короче, весь день будет проходить, и... Ну, что-нибудь с ними, короче. Мы пойдем в шарагу с нашим любимым классом. Вот так вот. Бочка. Бочка ушел. Как вам мой почерк? Вообще классный почерк. Вообще четкий почерк. Да. Знакомьтесь, Русел. Русел! Это черный. Черный. Черный обиделся. Короче, это вот они снимали. Это вот они все рисовали. Это их листочек. Это ты нарисовала. Ты нарисовала вот это вот. Это чье? Она нарисовала. Короче, в общем, ребят, нас отпустили пораньше, чтобы мы зашли домой, переоделись и покушали. Я сейчас, короче, не кушал. И, короче, сейчас пойду за шавухой. У меня осталось... 20 минут у меня осталось, короче, на то, чтобы покушать и все сделать. Сейчас я побегу в магазин за колой и потом пойду шавуху куплюсь. И, в общем-то, пау. Короче, мы уже купили колу, сходили. Нам сейчас топать до шаурмишны где-то минуту, если я буду бежать. И, короче, все нормально вроде, пока проходит. Остается у нас 15 минут, чтобы дойти до школы, но нам еще надо покушать, так что будем торопиться. Пау. Короче, я доедаю немного. Я иду, у меня все капает, я бегу. Нам еще дойти надо. И, в общем-то, вот так. Встретились мы с Денисом. Он пьет. Что ты пьешь? Сок. Сок он пьет, короче. Он обошел сотный слой, а я... Блин, я шавуху ел. Не, норм, сейчас машина проедет. Короче, мы опять тут. Я взял кока-колу, короче, с зеро. Так и не попил нормально. Мне пришлось бежать и жрать. В общем, у нас 5 минут еще на то, чтобы дойти до школы. В общем, вот такой вот у меня челлендж был жесткий. В общем, увидимся чуть попозже. Короче, мы стоим, ждем и долбан троллейбус. Мы уже далеко ушли немного от шаурмишной. Вон они, короче, стоят там. Илюха. О, привет. Я влог снимаю. Он съел мою камеру. Это Ильяс, продавец шапок. Это и мама. Это Макс. ДНФ. Это Денис. А это Иса. Гач! Гач! Канал должен узнать своих героев. Маньяк. Это Гроссер. Он пьет паленку. Паленку. Короче, ребят, мы вообще какую-то хрень творим. Мы доехали, короче, до вот этой вот шняги, наша остановка. И еще при том, что мы навернули 3 круга едем. Угай, вейп, короче. Гай. Нормально. Дай, короче, мы доехали. Шаурма. Мне вообще прям вообще там херово. Шаурма, мы должны были сюда шаурма. Уже доехать. Да я знаю, шаурма, дай договори. Мы должны были два. Мы в два должны, короче, уже здесь были быть. И время уже. Сколько время, Дин? Время 3 часа, короче, уже, и все. У меня уже в 4 надо, как бы, уже быть дома, можно сказать. И нам еще уроки делать. Все, все ужасно, короче. Короче, мы тут где-то минут 40 пробыли. 50. 50 минут, короче, пробыли. Сейчас будем домой ехать. Мы хотим в туалет сходить и ищем туалет. Это нормально. Просто слишком много колы выпил. Короче, мы стоим, ждем автобус, и это жесть просто. Такая хрень просто. Зачем мы эту хрень... ждали, короче, все это время. Реально. Говно реально. Короче, ребят, я высылался у тандема, потом я забрал папу, и я иду сейчас на тренировку, и... Да, вообще дни такой себе, конечно. Мне вообще не понравился. У нас тренировочка, бе-бе-бе, сейчас пойдем на тренировочку. Время у нас... Сейчас скажу, сколько это мне показывает. 17:00 время, у меня в 17:30 тренировка. Ну, пока переоденусь, пока чё... Короче, увидимся чуть попозже, а потом уже будет конец влога. Вау. Мне еще урок, кстати, делать, а я так и не сделал их. Там много. Ну ладно. Ну, в общем-то, я забыл немного снять после того, как я вышел с тренировки. И
Я сейчас снимаю, я уже дома, у меня день закончился, я дико устал, я еще не делал уроки, пойду сейчас делать уроки, потом сяду монтировать видео, я не знаю, сегодня оно выйдет или нет, но сегодня, я вам сейчас скажу, какое число, сегодня 15 ноября, если что, время 8 часов, и, короче, посмотрим, что будет, и, в общем-то, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, не понимаю зачем, чтобы уведомления проходили. Пишите свое мнение в комментариях, а самый смешной комментарий снова получает попадание в следующий ролик. Да. Йоу, да. Всем удачи, всем пока. Пик.